В этой главе мы постарались показать все подходы к созданию стильных видеопрезентаций, которые популярны сейчас на таких сайтах, как VideoHive. Для новичков это будет хорошей практикой, так как проект не сильно сложный, а продвинутые пользователи найдут для себя советы по оптимизации проекта, ускорению своей работы, а также несколько нестандартных и интересных техник в анимации и стилизации видео. И в итоге мы с вами получим вот такой результат.